Вы оба, среди счастья всех, меня одарившие удачей. Здесь, трупою моей бродячей, какой мне прочить успех? Мой зритель, в большинстве неименитый и нам опоры в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весь чего. Так. Ага. Историческая справка о событиях, случившихся в замке Дукс графа фон Вальштейна от Рождества Христова к вящей славе последнего. Ну вот непонятно же. Ну последний это кто, я или Христос? Ну вот, разумеется, первый, вы же хозяин замка. Ну знаете, как-то все-таки нескромно. Да. А можно, чтобы мы оба были первыми? Нет. Ну, Жак. Ну, не знаю, давайте напишу к вящей славе первого и последнего. Вот. О! Очень, да? Помните, пишите. Да. Вы талантливый человек. Да, спасибо. Эх, вам бы в актеры. Вот вы, Джакома, вы всю жизнь боролись, страдали, пытались там что-то доказать. Ну, ничего вы добились. Служите библиотекарем и у кого? У меня. А я всю жизнь ничегошеньки не делал. Потому что не в этом, Джакома, призвание человека. А в чем, позвольте узнать? Садитесь, Джакома, в чем? В том, чтобы улучшать породу. Беспрерывно улучшать породу. Все в нее разваливается и исчезает. И только голубая кровь остается... Голубой. Красиво и точно сказали. Вся история... Выгребная это выгребная. Да. Ставьте деревья в советском здоровье. В конце концов... Да. Или, может быть, по большому счету. О! Идея! Ко мне сейчас бургомистр идет. Да. Идет, как ко мне бургомистр. Идет. А я ему... А! Господин бургомистр, а в чем это у вас сапоги? Он говорит, где? Что? В историю вляпались? Жених обязуется надлежащим образом исполнять супружеские обязанности, направленные на продолжение цинграфского рода не менее 4 раз в неделю. 4? 4? 4? Четыре, дорогой, четыре, без практики. Ты трех, ну, я тебя знаю! Дорогой, придется потрудиться. Нет, трудиться будем так. Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье, выходной. Нет, это не четыре. Бог любит троицу. Согласен. 3,5 и... Будут... 3. Если вышеупомянутая невеста не понесет в течение 6 месяцев ребенка, жених обязуется выплачивать ее отцу штрафные санкции в размере 2% за каждый день простоя. А если она не понесет, не по моей вине? Или понесет, но не по моей. Все, пошли по своей. И что вы предлагаете? Увеличить кредит. Вы с ума сошли. Доверие. Давайте пролонгируем обязательство по зачатию на год. Вы с ума. На. Согласен. Но не дольше. Не дольше. Вот 4. Подожди. Надо нам с вами наш договор нести очень важный. Пункт. А целомудренность. В каком смысле? Вдруг ваша дочь окажется не девицей. Что вы говорите, граф? Я ручаюсь за свою дочь, как за самого себя. Это... Ну, вам-то я верю. Целомудренность буквально написана у вас на лице. Я все время ломаю голову. Я не сплю ночами. Я думаю, как исправить ошибку судьбы по отношению к вам. Аска.
Скажите, дорогой бургомистр, ну какие суммы пойдут на исправление ошибок судьбы? В моем распоряжении вся казна магистрата. Вот за это я ее и люблю. Даже в самое тяжелое время Снежок скажет что-нибудь этакое, и на душе сразу легче. Он взялся, что? Снежана, а что ты тут делаешь? Это я тебя хотела спросить, что ты здесь делаешь? Да как ты мог? Да как ты мог после всего, что я вынесла? Как ты мог меня обманывать? Нет, я здесь случайно. Я хотел поставить одну небольшую ставку и посмотреть, будет сегодня игра или нет. Ну, а вдруг поперло бы, я заработал бы денег. А если бы снова все просрал, что тогда? Меня взбесило, что она бегала за мной, как надзиратель. И ведь какой же я был дурак, она хотела мне помочь. Где твое обручальное кольцо? Я дома забыл. Скажи честно, ты его проиграл? Нет, сегодня как-то дома забыл. Здравствуйте, я вас узнал. Ну, по фотографии в блоге. Да-да, это я с вами связывался. Давайте пройдемся немного, и я вам все объясню, что знаю сам. Давайте. Пойдем. То, что я писал в письме, это абсолютная правда. И мы не зря с вами встречались на этом месте. Вы знаете, что это за место? Да Сухаревская площадь. То есть, раньше здесь стояла Сухаревская башня. И сейчас сохранился ее фундамент. Аккуратно. Под землей есть фундамент. Фундамент, который хранится в тебе, хранит тайну. Это тайна, это книга знаний. Книга особенных знаний. У меня были проблемы с наркотиками. Ну, я пришел к вам из другого сообщества. Алкоголизм, кстати, тоже был. Ну и теперь меня одолела похоть. После каждого полового акта я не испытываю ни удовлетворения, ни отвращения. Просто у меня начинается ломка, и мне хочется еще. В чем вы видите свое спасение? В шлюхах. А вы не пробовали обратиться к психиатру? Зачем? Он тоже такая же шлюха, только трахает мозг. Извините, Вов, я привез. Простите, это по работе. Я всех их знаю и зажечь берусь, но в первый раз объят такой тревогой. Хотя у них не избалован вкус, они прочли неисчислимо много, чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо влезть в репертуар.